Вы только гляньте, какой контент выпустили EA Sports. Пак 90+, с премиум, Тоти или кумиром дня рождения. Звучит как что-то интересное. А вот что будет на деле, собственно, сейчас и узнаем. Также у нас вышла промо Титаны трофеев. Там куча героев, куча кумиров. В общем, есть кого ловить. В моментах дают Зидана в аренду на 7 матчей. Я думаю, что поиграть будет интересно многим, поэтому заберите. Ну и не забудьте также забрать жетончик. Кстати, о жетонах. Сегодня же у нас намечается грандиозный покопенинг. Первую часть вы увидите прямо сейчас. Я открыл абсолютно все большие промо-паки, которые были в FIFA. Начнем с более такого лайтового пака. 86+. 500 поинтов. Опа, вот это, блядь, дроп. Так, едем по нарастающей. Следующий пак у нас за 1000 поинтов. Опа, сколько спешилок. Невероятно. Наверное, я открою вот этот вот пак. Один средний кумир тут. 2500. Тут нам поможет плашечка. Ну, слушайте. Если повезет, то что-нибудь хорошее можно вытащить. Средний кумир, там, какой-нибудь гулита поймать. Ну, это явно. Явно не Вера и не гулит. Че по дриблингу? Ебать. Ой, блядь. Даже надежды не дали на что-то хорошее. 10 дубликатов. Набор основ дня рождения. 2000 поинтов. Давайте смотреть. Опа, фитбёздай. Кто? Только не псина, пожалуйста. Блять, и не она, на ёбаный рот. Ну и давайте этот пак за 2000 поинтов откроем. Коста-Рика на вас, печально. Так, Терштеген еще упал. Вау, вот это невероятно. А мне лишь осталось, друзья, напомнить вам о моих спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Пари, на сайте у которых вы можете делать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Множество спортивных дисциплин, высокие коэффициенты, и все это вы можете найти по закрепленному комментарию. А если вы еще пройдете верификацию до конца, получите шикарный бонус, фрибет в размере 1000 рублей. Ссылка в закрепленном комментарии. А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Вот так вот печально, друзья, открыл все промо-паки, вообще нихера не упало, и сегодня я надеюсь, что мне повезет вот в этих самых токенах. Я еще на основном аккаунте не вскрывал, сейчас я подсчитаю, сколько у меня этих самых токенов. 33 токена, друзья, нихуя себе, это грандиозный покупинг у нас сейчас будет. Налутаем себе рейтинга и надеюсь, что поймаем какого-нибудь кумирчика в основной состав. Хотелось бы верить. Там есть за кого поиграть, но при этом есть, конечно, говнари, которые стоят по 20 тысяч. Там по типу Фернандо Торреса, либо Дель Пьеро, которые абсолютно всем падали. Я на себя уже удар взял, мне выпал Дель Пьеро в мобильном приложении, открывал пакетики. Ну что, друзья, первая часть контента готова. 20 редких 84+, забираю пак. Так, ну что, вы готовы? 20 игроков 84+. Давайте плашечку въебуем. Так, ну давайте смотреть, сколько дубликатов. 9 дубликатов, ебать. Ну это 9 говнарей, посмотрите. Как это комментировать? У вас есть комментарии, блять? У меня вот вообще нет. Охуеть. Просто ни одного кумира, ни одного героя, даже самого бичевого. Так, я надеюсь, друзья, это была какая-то ошибка. Очередные 20 игроков 84+. Это был ужас. Что касаемо первого пака, надеюсь, что сейчас будет все заебумба. 10 дубликатов, ебать, вот это говна навалило. То есть ровно половина говнарей. Ебать, вы что-то хуже видели? Охуеть, это как возможно? 0 опять, блядь, ни героев, ни кумиров. Просто золотое говно одно. Моему возмущению нет предела, чуваки. Такого ужаса я вообще не ожидал. Так, ну чё, последний пак остался. 10 игроков 85+. Если здесь ничего не упадет, это будет тильт мирового масштаба. Открываю. Ну, пожалуйста, ну хотя бы одну карту, блядь, кумира дайте. Либо героя. 4 дубликата. Неймар, Бонавентура, Пош и Донован, блядь, который у меня уже есть. Ну, спасибо. Карту дали. Блять, просто пиздец. Ну, я не знаю, блять. Просто 30 токенов, блять. 30 ёбаных токенов. О, на что я это слил? Без комментариев. Ну что, друзья, 90+ кумир. Надежда только на этот пак. Потому что с токенами это просто проёб тысячелетия только что был. На сдачу я решил собрать себе Брайми Диаса. Внезапную сборочку выкатили.
Может быть, Милан там чего-то и добьется. Так, ну и главный контент 90+. Кумирчик. Возможно, Тотти может упасть. Конечно, мало верю, но всякое может быть. Открываем. Выносливый, напор есть. Защита 60. Йоу. Дриблинг 90. 90, 88, 85. Это просто ужас какой-то. Ужас. Недвид какой-нибудь. Блять, он мне уже падал. Нет, это просто ужас. Одним словом, просто ужас. Ужас, ужас, ужасней быть ничего не могло. Просто вот кто-то из подписчиков наверняка проклял мой аккаунт. Мне часто везло. И сегодня за все мое везение насрали в душу. Просто капитально. Что в сборке кумира, что в сборке токенов. Просто кошмарище, блять. Хуже представить себе просто невозможно, серьезно. Если у кого хуже было, напишите в комментариях. Но мне кажется, ни у кого быть хуже не могло, блядь. Просто ебаный тильт. Сейчас, наверное, перейдем на бездонатный аккаунт и там тильтанем еще раз. Ну что, друзья, первая сборочка у меня собрана. Сюда я отправляю Фернандо Морьентес. Вряд ли я буду играть им. Эль Шарави, Бэмфорд с дриблингом 99. И Бралина. Бралина был первой топовой карточкой на моем безнадзорном аккаунте. Так, вторая сборочка готова. Так, ну и последняя сборочка. Давайте. Блять, ну, хотя бы на бездонатном аккаунте дайте мне хэппи-энд. Так, физуха 73. Ни о чем не говорит. Защита 41. Тоже ни о чем не говорит. А вот дриблинг 90, ну, такая пограничная прям. Передачи 77. Удары 92. Ой, скорость 90. Не знаю. 5 на слабой, 4 на финтах. Зрелищный дальний удар, скоростной дриблинг, удар из вне. Может, это какой-нибудь? Хотя у него пятерки на слабо нет. Разве что у ЧМ версии. Ладно, смотрим. Далглиш, 92. Ну, не знаю даже. 400 тысяч стоит. Не, наверное, это срань. Не буду даже тут пытаться что-то придумать, как-то скрасить этот дроп. Нет, это говнище полное. Жаль, очень-очень жаль. Учитывая, что у меня в атаке Усебио, у меня в атаке Раш, у меня куча там интересных форвардов, и Далглиш явно не тот персонаж, которого хочется в основе залинковать. Ладно, друзья, как бы там ни было, спасибо, что посмотрели данный видеоролик. С вами был я, Пандос Фиксович. Делитесь своим дропом в комментариях, и всем хорошего настроения. Чао, какао.